Чтобы заставить бедняков и средний класс работать усердно, нужно никогда не учить их тому, что знают богатые. Богатые рассказывают своим детям о деньгах то, что бедняки и средний класс не рассказывают. Если вы читали книгу «Богатый папа, бедный папа», первый урок богатого папы. Богатые не работают ради денег. Не суйся туда, если я тебе заплачу, ты будешь думать как работник. Твой разум изменится. Если ты научишься никогда не работать ради денег, ты будешь богатым человеком.